быть, вот этим как раз мы победим. Ребята какие-то, кто-то молодые только вошли в состав, да, кто-то это, но я думаю, что к чемпионату мира команда будет самая сильная, и наши ребята, мне кажется, американцы приедут, ну, я имею в виду российские, кто играет в национальной хоккейной, поэтому изначально наша команда будет одна из самых сильных на чемпионате мира. Хочу им пожелать удачи и победы. Как прокомментируете вот этот инцидент с отменой прямой трансляции на Первом канале? Ну, мне сложно что-то говорить, потому что я не знаю, в чем причина, да, то есть поэтому... Ну, говорят, что рейтинги у хоккея не высокие. Ну, сложно, то есть я не знаю, и это, мне понравилась атмосфера на хоккее, полный стадион, поэтому сказать, что в нашей стране не интересуют игры Первого канала, наверное, нельзя, потому что эту атмосферу я видел, как болельщики болели за нашу сборную. То, что касается каких-то технических моментов, я их просто не знаю, поэтому, но я надеюсь, что это просто так случилось, да, и что в будущем Первый канал будет транслировать и все игры нашей сборной, я надеюсь, что болельщики будут их смотреть. Алексей, вы же дружите с боксерами, со многими. Огорчены, что вот такой вот праздник сорвался в Екатеринбурге все-таки? С Поверкиным все. Александр, да. Не сможет. Ну, опять, конечно, это, да, то есть что-то конкретно сказать, я не знаю, потому что у меня нет информации, да, что произошло, что конкретно, вот, поэтому в этом плане, что просто надеюсь, что в дальнейшем все будет так, как надо, и да, мне нравится бокс, я болею за всех наших ребят, поэтому надеюсь, что это просто такие случайности. Нет, опасения, что такая череда допинга до хоккея дойдет, или хоккей все-таки чище в этом плане? Ну, мне сложно что-то комментировать в этом плане, потому что есть определенная организация, да, которая этим занимается. То есть ВАДА занимается этими конкретно всеми видами спорта. Да. Что там конкретно, больше бокс или хоккей, или там лыжи, или там биатлон, или еще какие-то там виды. Не могу сказать, поэтому, но, конечно, всем бы хотелось, чтобы таких инцидентных ситуаций было как можно меньше, а лучше, чтобы их вообще не было. Ну вот, а ваши знакомые что говорят в Америке, когда пошел такой накат на Россию? Именно допинговый. Знакомые, ну вы понимаете, то есть в основном все мои знакомые, они связаны как-то с хоккеем, с национальной хоккейной лигой, поэтому они, ну, как сказать, законцентрированы в своем мире НХЛ, да, то есть они, да, какие-то новости там международные читают, но больше все-таки все связано с национальной хоккейной лигой, поэтому такие, ну, они восприняли новости как новости, да, то есть не надеяться, что после таких моментов будет меньше. Вот, кстати, об НХЛ буквально через месяц, да, нам обещают принятие решения по поводу участия в Олимпиаде. Как вы думаете, как будут развиваться события и станет ли серьезным? Насколько я знаю, да, что вопрос очень серьезный, и хозяева команды, ну, как владельцы, да, ставят такой вопрос о том, чтобы профессиональные хоккеисты не участвовали в Олимпийских играх, потому что у них есть на это свои определенные причины, да. Как это будет, опять, решение между Международной Федерацией Хоккея, Олимпийским комитетом, профсоюзом игроков, самим НХЛ, то есть посмотрим. Но то, что, конечно, профессиональные игроки являются украшением Олимпийского турнира, это безусловно. А в Лиге легенд будут играть канадцы и американцы? Ну, наверное, да. Это будет, наверное, Павлу Буре вопрос, да. Я еще немножко не подхожу по возрасту в эту лигу. Поэтому, да, насколько я знаю, что велись переговоры, и надеюсь, что так и будет, потому что они, конечно, добавят колорит. К вашим 45 годам, да? Да, надеюсь, да, еще пару лет. Вы стали вот монетарным владельцем сервис. Какие-то процессы создания команды какие-то будут? Нет, вопрос, вот не всегда, номентарный, не номентарный, это что такое? Я просто для себя узнаю. Я просто скажу, то, что у меня есть определенные акции этой команды, или там небольшой, очень маленький процент команды, потому что собралась, ну, несколько инвесторов такие, они называются как celebrity investors, да, это вот... Поэтому я просто являюсь одним из них, да, насколько это будет там в плане хоккея, я могу влиять на руководство команды, наверное, они примут решение, но руководство Джордж Макфика, генеральный менеджер, он очень талантлив, я думаю, что он быстро сделает команду. То есть в чем у меня вопрос, почему мне это было интересно, потому что, да, существует прогноз рентабельности этого вложения, и как бы это мне интересно, тем более связано с хоккеем и Лас-Вегасом, где я играл. Планируете ли расширять вот такой свой участие в хоккее дальше? Ну, посмотрим, как вот так подвернулась
сложилась такая ситуация, так скажем, да, было интересное предложение. Это если будут какие-то интересные предложения, с удовольствием рассмотрим. В том числе и здесь, в России. Ну, посмотрим, да, если это будет как бы рентабельно, посмотрим, как будет. Потому что определенными такими моментами я занимаюсь. Если вот у меня есть мастер-классы, я делаю на Красной площади, то идти же как бы в воскресенье, поэтому вот я стараюсь каких-то найти возможности, как помогать нашему хоккею для будущего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.